Во дворе Светланы Плюсниной на улице Кирпичной работают солдаты, разгребают остатки мусора. Военные помогают не первый день. Второй день. Ну, до нас еще есть люди, есть вода, люди рот. Бревна, канистры, крупный мусор. Все принесенное наводнением уже убрано, но масштабы стихии Светлана вряд ли забудет. Если равняться по этому забору, одного блока не хватает для того, чтобы затопить полностью. Соседи Светланы могут рассказать подобные истории, а еще о том, как помогают им в беде незнакомые люди. Расчищают дворы и дома, ремонтируют электропроводку, меняют двери. Всего не перечислить. Помогли нам и спасатели МЧС, и волонтеры. Все помогли. И сейчас он мальчик-солдаты все работают, я его их кормлю. И оказывали такую помощь, которую могли бы оказать только родные люди. Низкий поклон. Дай Бог здоровья, потому что эти люди, простые люди, это золотой фонд нашей России, скромные ребята. Вот как я не пыталась узнать фамилию какую-то или еще что-то, они сказали, мы просто коллектив. Откачать воду, убрать мусор, расчистить русло рек сделать нужно еще немало. И здесь, на улицах Кирпичной и Гастелло, и в Мирном, и в Кудепсте, и в Дагомысе. Власти города круглосуточно организуют работу по уборке территории и оказанию адресной помощи. Локальный режим чрезвычайной ситуации продлится еще несколько дней. Конкретные действия обсуждают на общегородской комиссии по ЧС. Координируется количество техники, сотрудников служб и волонтеров. Ставятся первоочередные задачи. Главная задача – это завершение работ групп по оценке ущерба и выплата денежных масс или денежных средств для того, чтобы люди могли как можно быстрее приобрести бытовые приборы, ну, начать жить нормальной жизнью. Сейчас работа по ликвидации последствий наводнения продолжается. Перед штабом и здесь, на Кирпичной, и в других районах Сочи, полевая кухня. Скоро запасы питьевой воды. Внутри можно получить медицинскую помощь, оформить документы. Здесь же списки пострадавших от наводнения, которые могут получить компенсацию. Такие же в каждом штабе, а также на сайте администрации Сочи. Списки обновляются в 16 часов каждый день. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.